Приветствую вас, мои дорогие зрители! С вами Лилия Донскова, и сегодня обзор второго заказа из каталога номер 15 компании Oriflame. Я очень люблю получать новые посылочки, особенно когда в них есть какие-то подарки. И здесь у меня два заказа получилось, потому что у нас подряд идут акции одна за другой, и я не могу устоять. Мне и это хочется, и то, и подарок получить. И первая акция у нас была, когда в подарок вкладывали рандомно какие-то призы. Это было очень круто, и я получила, сейчас покажу, что. Во-первых, пришел новый каталог, уже номер 16, просто бомбический каталог, накладная. Я в подарок получила два аромата, представляете, два мужских аромата, и такие классные, просто супер. И так удобно, что к празднику у меня теперь есть запас мужских парфюмов, потому что я их обычно не беру много на реализацию там или под кого-то, стараюсь только под заказ парфюмы выписывать. А тут у меня уже два парфюма, и при том, что я знаю, что будут спрашивать, и просто супер. Поэтому следите всегда за новостями, за акциями. Если вы в команде большой, то у вас наверняка есть продуктовые чаты, попросите, чтобы вас туда добавили, потому что вышестоящие спонсоры все время будут скидывать актуальную, важную, полезную информацию сразу в первые минуты, и вы будете успевать поучаствовать в разных акциях. Так, далее. Заказали. У меня появилась одна очень крутая клиентка. Вот вы мне иногда пишете, что делать, не могу найти клиентов, как предложить каталог. Вот просто рассказываю историю, которая со мной произошла вот совсем недавно, свеженькая. Я встретилась со своей знакомой, чтобы ей отдать каталог, и пока мы стояли с ней, обсуждали каталог, мы зашли в магазин, чтобы погреться, и ей стала показывать, на какие продукты нужно обратить внимание, просто остановилась женщина рядом с нами с пустой корзиночкой, она тоже пришла за покупками, и спросила: а вы в Oriflame? Вы занимаетесь Oriflame? Я говорю: да, я занимаюсь Oriflame. Она мне сделала маленький заказ, первый, сказала, помаду чайное дерево. Когда она пришла ее забирать, я ей отдала каталог текущий. Она мне сделала заказ на 2400 рублей, и это один из продуктов, который она заказала, достаточно дорогой аромат, и очень много она взяла всякого по мелочам. Я сейчас точно не помню, вот этот гель точно она заказала. То есть люди вокруг нас, всегда нас окружают люди, которым возможно нужен Oriflame, которые ищут консультанта, которые, может быть, потеряли своего консультанта, как эта девушка. Она заказала такой гель для душа. Прикольный, кстати, гель. Я тоже взяла мыло такое, гель, попробовать. Мне очень нравится. Вот коробочку только занесли с холода, она еще как бы гель очень густой, и он концентрированный, он классно пахнет, то есть у него такой приятный аромат. Так, здесь у меня в заказе две баночки крема, мед и молоко. Это вторая акция, которая меня тоже покорила. 11.11, да, наше любимое число, было дополнительно 11% скидку на некоторые продукты. И, конечно, я взяла крема, мед и молоко, потому что, ну, они просто выходили за копейки. По-моему, 163 рубля одна баночка такого чудесного, ароматного, красивого крема, который будет актуален в празднике. Заказала несколько кусочков мыла. Тоже они по акции получались очень выгодно. И у меня, кстати, клиенты заказали мыло. Я пополнила запас. Сейчас все достану. Получается 7 кусочков мыла. Это просто очень хорошее ароматное мыльце. И я его решила взять, потому что я люблю экзотические фрукты. И он с ананасом спелым, сочным, это бесподобно вкусно. И точно такой же гель тоже по акции, 11% дополнительной скидки. Ну как можно было удержаться? Так, также я взяла по акции в запасике себе две пасты травяной комплекс. Насколько я знаю, их уже нет на складе. То есть в эти дни, когда была дополнительная скидка, все зубные пасты расхватали. О чем это говорит? О том, что продукция популярная, она актуальна, и нам компания делает, ну, столько классных предложений, надо ими пользоваться. Взяла еще, это заказали, мыло, мед и молоко, классно оформлено. Кстати, если еще будет на складе, я думаю, нужно взять, хотя уже конец каталога, потому что классный подарок. Вот, ну, реально, согласитесь со мной, что вам будет вот приятнее получить подарок? Вам шоколадку дадут, Alpen Gold, 39 рублей, которая стоит, или мыло, да, оно чуть-чуть подороже, но
Оно такое классное, вы им будете месяц пользоваться в ванной, будет чудесный классный аромат. Я бы выбрала мыло, потому что от шоколада портятся зубы, тем более за такую цену хорошего шоколада ну не купишь. Так, далее в заказе помада блеск, ой, помада и блеск. Это заказала подруга. Еще должен быть карандашик. Да, вот он. То есть, смотрите, три продукта это заказ одной девочки. А как получилось? Один раз ко мне пришла на занятие девочка и увидела у меня помаду на губах. У меня было три в одном, самая светлая, бежевая. Она очень красивая, я не спорю, она просто бесподобна. Она увидела ее на губах и говорит: а что у тебя за помада? Шепотом. Я говорю: это Oriflame. Она: хочу такой цвет. Я говорю: я закажу. Я заказала помаду, восторг был бесподобный. Ей стали говорить: ты что, татуаж губ сделала? Что у тебя с губами? Ты что, наколола губы? То есть у нее настолько получились без контура, просто с одной помадой настолько красивые губки выходят. Вот. И сейчас у нее помада заканчивается, и она мне пишет: подбери мне на свой вкус. Просто вот представляете, какое доверие, что человек, ей нравится, как я крашусь. Она говорит: просто на свой вкус. Мне, говорит, карандаш один и помаду и блеск, что-нибудь. И я ей подобрала блеск, который сама безумно люблю. Это серия стойких блесков. Я себе такой взяла и всем рекомендую, потому что он невероятно красивый на губах. Губы выглядят очень натурально, при этом они такие пухленькие, смотрятся мягонькие. Он вкусно пахнет. Я не могу сказать, что он стойкий. Нет, я бы его не... ему бы эти качества точно не приписала, потому что и липкость есть на губах. Но тем не менее он кайфовый. Вот правда мне нравится. Взяла карамельный карандашик, потому что он тепленький и как раз подойдет под эту помаду, которую я ей выписала. А какую я ей выписала, я уже не помню. А, пич. Пич. Это персик. Вот. И та, которая у нее еще чуть-чуть осталась, тоже под нее подойдет. Вот так вот принимаем заказы, не выходя из дома. Взяла себе чайное дерево, тоже со скидкой 11%. Два флакончика пополнила себе запасы. Потому что когда пошел шум такой, что масло чайного дерева снимают с продажи, а у нас просто шла обновление коллекция, я взяла в старой упаковке 15 флакончиков. Это было не так давно, это было примерно весной, да? Так вот, у меня уже их нет, я уже и этих брала несколько штук. То есть у нас масло уходит очень быстро. Во-первых, у меня его разбирают очень хорошо друзья, знакомые, родственники. Во-вторых, мы сами им пользуемся, нам это масло заменяет пол аптечки. Я не буду говорить его волшебные свойства, вы можете просто погуглить, посмотреть, там будет целый список, куда его можно применить. Но я не знаю, вот мне реально пол аптечки заменяет. Далее, пополнила запасы бальзамов медовых. Для меня это, конечно, бальзам просто палочка-выручалочка. У нас хорошие волосы у всех, но из-за того, что мы, Лера, например, часто моет и пользуется постоянно феном, у меня волосы испортились краской, смывкой, они стали сухие, раньше они были просто рассыпались все роскошно, сейчас, конечно, они сухие, не такие классные, и меня этот бальзамчик спасает. Это кондиционер, мед и молоко, и он питает, очень хорошо питает волосы, они после него разглаживаются классно и расчесываются очень хорошо. Я решила взять, пока такая скидка огромная, я думаю, что по такой цене вряд ли найдешь где-то достойный такой бальзамчик для волос, получается цена выгодная. Так, это под заказ дезодорант, это вот тоже от одной, от той же клиентки, крем для лица и дезодорант. Вот так вот их будем ставить сюда для того, чтобы красивая композиция. И я взяла еще один набор, это тональная основа, тушь и помада по акции, потому что ну беспрецедентная акция, когда три продукта за 599 рублей, а с нашей скидкой 20%, ну просто получается вообще смешная цена. Я, конечно, взяла, потому что эту помаду у меня любит клиентка одна, она заберет, тоналку у меня тоже уже просили, и тушь отдельно тоже продастся. Так, взяла еще одну помаду чайное дерево, пусть лежит в запасе, потому что ее очень часто спрашивают. Теперь она у нас не двухцветная, только зеленый тон остался. Для кого-то это круто, кто-то, наверное, будет сокрушаться, потому что удобно помазал, чтобы снять воспаление.
и сверху затонировал. Но, к сожалению, сейчас вот так вот будет у нас, или к счастью, чайного дерева будет больше. И взяла средство для укрепления ногтей. Мне оно нравится, оно классное. Это я не себе взяла, это заказали, кстати. Почему я говорю, что я взяла? Это заказ тоже, то есть это все под заказ. И как вы видите, у меня тут получилось 50-50, большая часть даже под заказ, часть себе и часть то, что сейчас я знаю будет к Новому году просто уходить как горячие пирожки. И хочу дать вам маленькую рекомендацию, даже две. Первую я уже сказала. Помните, что нас окружают люди, которым нужен Oriflame. Ваша задача только им заявить, что у вас есть Oriflame, то есть нужно каким-то образом, то есть ходить с пакетиками Oriflame, то есть держать в руках каталог, при удобном случае его всем демонстрировать, оставлять, то есть все что угодно, визиточки напечатать, то есть заявите всем, что вы в Oriflame. Поверьте мне, что часть людей откликнется, конечно, не все. Ну, у людей уже есть какие-то другие, может быть, предпочтения, но большая часть людей откликнется. И вторая рекомендация: делайте маленькие запасы к Новому году и показывайте реальную продукцию своим друзьям. Просто приглашайте домой, доставайте коробку или пакет. Говорит: слушай, смотри, у меня тут есть кое-что по классным акциям. Посмотри, может, тебе что-то нужно для себя или, может быть, в подарок. Ребят, разберут все. Вот я так делаю. Я кое-что подкупаю, я знаю, что люди любят, я знаю, что классно на подарки. Я беру разную ценовую категорию, то есть у меня есть совсем недорого, то есть доступно. То есть я несколько таких мыльцев взяла в разряд доступно, эффектно, круто. Несколько продуктов чуть подороже. Это медовый крем, то есть это, ну, порядка 200 рублей, чуть с хвостиком должен быть. Да что-то за 100 рублей с хвостиком. То есть вот разные ценовые категории. Комплектуйте в наборчике. То есть люди очень любят наборчики, потому что, ну, один продукт как-то может быть не очень, а вот два, гель и мыло, это уже набор. И это доступно, и это уже эффектно, и все-таки сразу два продукта. Поэтому включайте смекалку, всегда думайте, вот как бы вы хотели, чтобы к вам относились, чтобы как вам предложили. Ставьте себя на место человека, который выступает в роли вашего клиента, и делайте так, как бы вы хотели, чтобы с вами поступили. Вот поверьте мне, что это беспроигрышный вариант. У вас всегда будут заказы, новые клиенты, увеличиваться товарооборот вас, ваш личный и вашей команде, если вы будете транслировать эти знания в глубину. Договорились? Жду от вас обратной связи. Может быть, у вас есть какие-то лайфхаки к Новому году, которые только вы знаете, это ваши секретики. Делитесь в комментариях. Я знаю, что комментарии многие читают, и я на прямом эфире смогу рассказать вашу рекомендацию для тех, кто не прочитает. Просто пишите отзывы, и если видео полезное, с вас лайк, подписывайтесь на канал, и до новых встреч! С вами была Лилия Донскова, и даже Бакс сегодня сидел от начала до конца, да, Баксень? Правда, он уснул под мой голос. До новых встреч, пока-пока!